тут планируется строиться въездная арка. Она будет большая, очень такая красивая, на мой взгляд. Это и на взгляд архитектуры города, и общественности. Она будет большая, размеры ее будут в ширину 12 метров, высоту она будет 8. Ну, мы согласовывали с Ингургесом для перевоза большегабаритных грузов, чтобы могли пройти, 8 метров по высоте достаточно. Сейчас закладывают фундамент, смотрят коммуникации, там где-то кабель был обозначен, где-то коммуникационная водяная труба. Вот дабы обойти, вот сейчас аккуратненько начинают пока рыть котлованы. Проект уже, в принципе, утвержден. Арку, я думаю, вы покажете, какая она будет. Я думаю, это будет такое сооружение, которое будет стоять, вот, как говорится, на века.